Привет, друзья! Меня зовут Нина Бергман. Давайте сегодня поговорим о парфюмерии. Сегодня я наконец-то собираюсь снять для вас рубрику «Куплю, не куплю». У меня скопилось некоторое количество отливантов. Конечно же, на самом деле я пробую намного больше ароматов, но это вот именно те, о которых мне захотелось с вами поговорить. У меня вот такая вот красивая коробочка, которая пришла мне в одном из слепых затестов. Еще раз огромное спасибо. Те слепые затесты были, конечно, очень-очень классные. Ссылочку оставлю обязательно в описании к этому видео. И 11 отливантов у меня сегодня тут. Я буду просто, я думаю, как вот придется доставать отливанты и о них рассказывать. Ну и давайте начнем. Первый аромат, это аромат от дома Comme des Garçons Floriental. Конечно же, я с этим ароматом знакома была уже давно, и как-то я подходила к нему в магазине. В принципе, он произвел на меня благоприятное впечатление, но я всегда рада, когда у меня появляется именно отливант, потому что тогда есть возможность аромат по-настоящему разносить. Так, будем, конечно же, наносить, к сожалению, хотя я стараюсь в этой комнате не пшикать, потому что вот там вот спит Зося, и вероятность, конечно, того, что она к нам присоединится, равна нулю, потому что не любит она, когда мы распыляем ароматы. Ну, как бы, что ж, потому что обонять из отливантов, как вы сами понимаете, не очень благодарное занятие. Итак, Floriental Comme des Garçons. Я его пробовала на заре своего парфюмерного увлечения в магазине, он мне показался очень интересным. Он мне и сейчас кажется очень интересным. Аромат про дерево. По-моему, в пирамиде указан сандал. Но, вы знаете, никакой вот такой типичной рассольной составляющей сандала я здесь не слышу. Вот если бы меня спросили, какое дерево, я бы, наверное, не сказала сандал, я бы, наверное, сказала какой-то кедр, скорее всего. А дальше здесь заявлено слива, или, по-моему, даже сливовый ликер. В принципе, да, слива здесь считывается достаточно явно. И вообще для меня аромат вот по настроению уходит куда-то немножечко в Феминита де Буайс, Серж Лютанс, потому что мне кажется, что вот эта сливово-древесная составляющая, которая здесь тоже есть, она все равно уводит нас туда. Но, конечно же, здесь есть вот эти очень узнаваемые Comme des Garçons ладан, который я очень люблю, который присутствует во многих ароматах марки. И я как бы скажу так, если бы мне этот аромат подарили, я бы его носила. Но сама покупать я его, наверное, не буду, просто потому что у меня есть много ароматов на эту тему. У меня много древесных ароматов, древесно-ладанных ароматов. У меня есть аромат, который уходит в сторону Феминита де Буа. Я о нем часто рассказываю. Это аромат дома Густав Айфель Буа де Панама. Поэтому, наверное, я его покупать не буду. Но аромат красивый для любителя вот этого Comme des Garçons ладана. Мне кажется, нужно обязательно его попробовать. Вполне себе достойный аромат. Я его ставлю где-то вот посередине. Куплю, не куплю. Я не куплю, но носила бы с удовольствием. Ну, наверное, как-то вот так. Следующий аромат. Это аромат от дома Джавой Remember Me. Конечно же, я все эти ароматы разнашивала на коже, но, скажу честно, я уже все забыла. У меня вообще очень плохая память. И, к сожалению, на аромат это распространяется точно так же. Я его, конечно же, носила и помню свои впечатления, что он мне понравился. Но больше не помню ничего, поэтому давайте посмотрим быстренько пирамиду. Вот так вот, без пирамиды пока, на первый нюх. Ну, конечно же, ну не на первый, потому что я его уже тестировала, но поскольку я забыла, то, наверное, на первый. Это цитрусы. Такой радостный, веселый аромат. Он мне немножечко напоминает синема и Сан-Лоран. Уж не знаю, насколько это правильно. Надо, кстати, будет сделать, интересно, параллельный затест. Потому что, мне кажется, здесь очень много цитрусов. Но цитрусы эти очень мягкие. Вот какие-то такие нежные, обволакивающие. Спокойный. Мне кажется, это вот такие цитрусы больше осенне-зимние. Сладость здесь, конечно же, тоже есть. Я думаю, что здесь есть какая-то ваниль. Давайте посмотрим прям пирамиду. У меня тут открыта, кстати, подсказочка. Кардамон, бергамот, лимон, сердце франжипани, чай, имбирь. Вообще даже близко, но чай окей. И в базе ваниль, молоко, дерево и кедр. Угу. Да, очень круто, ванили много.
это чувствуется. И вот это вот молоко, которое заявлено, оно дает, наверное, вот эту такую мягкость аромату этим цитрусам, потому что я здесь слышу прежде всего цитрусы, имбиря не слышу, кардамона не слышу, честно. Может быть, не помню, может быть, надо поносить. Но вот в общем и целом аромат очень приятный, очень нежный. С удовольствием бы носила, но не куплю, потому что у меня есть синема. Вот. В синема, по-моему, там есть еще какая-то то ли корица, я слышу, то ли что-то такое, то ли миндаль. Но здесь вот кардамона пока не слышу. С удовольствием сношу от Левант. Очень рада, что он у меня появился. Ну, прям совсем чуть-чуть, но вот кину его в сумку, буду носить. Но флакон не куплю именно вот по этой причине, потому что есть синема. Но аромат очень-очень достойный, но все-таки ставлю его вне куплю. Следующий аромат, ну вот пусть будет так, это у нас Aedes devinustas, бенгальская гвоздика. Если я не ошибаюсь, Полина. С Полиной мы тогда поменялись отливантами. И практически все, что мне прислала Полина, попало на мой вишлист. Два из этих аромата уже офлаконены. И вот эта гвоздика, ну это было минимум, конечно, что она попадет в мой вишлист. Это было сразу понятно. Сейчас я нанесу, потому что из отливанта все-таки отдает немножко пластмассы. Я люблю гвоздику. Я люблю гвоздику ретро, я люблю гвоздику современную. Один из моих самых любимых ароматов – это Velvet Love от дома Dolce & Gabbana. Я про него совсем недавно, кстати, видео рассказывала. Здесь гвоздика тоже, на мой взгляд, не ретро. Не ретро. Это вот такая вариация на тему современной гвоздики. Но здесь гвоздика в сравнении с моим любимым Velvet Love, она более активная, она более яркая, она более, ну, агрессивная, что ли. Но при этом она все равно не ретро. Просто здесь вот эта вот гвоздика, которая скорее как специя, все-таки мне здесь кажется, хотя и цветок, возможно, тоже. В общем, старт достаточно похож, но потом эта гвоздика становится более темной. Она как будто темнеет, знаете, так вот. Сначала гвоздика красная, например, а потом она становится темнее, темнее, темнее. Вот через бордовое доходит до черного. Потому что здесь еще наряду с гвоздикой много лабданума и смол. И это все потом, естественно, берет над гвоздикой верх, раскрывается и уносит вообще какие-то нереальные космические дали и широты. Вот такая вот красота. К сожалению, аромат снят. Но вот его я бы хотела. Я бы его прям хотела. Не знаю когда, не знаю как. Я его даже, честно говоря, еще особо не искала. То есть, ну, я открыла, посмотрела, увидела, что он снят и... Пока не занимаюсь этим вопросом. Но если вдруг когда-то мне попадется флакон, я думаю, что я его себе куплю, несмотря на то, что это направление вот с этим моим любимым ароматом Velvet Love. Но вот это вот темное лабданумное дно, и это очень интересный переход от вот такой гвоздичной специевости к лабданумному темному вот этому звучанию. Это очень красиво. Я такое люблю. Я такие вот готические ароматы с удовольствием ношу. Я считаю, что он очень готический. И готического аромата с гвоздикой у меня еще нет. Поэтому он мне нужен. Прям нужен. Это да, куплю обязательно. Так, ну у нас пока идет один куплю, один не куплю и один где-то посерединке. Следующий аромат. Ну, давайте вот так. Пускай будет это у нас Ксерджов XJ 1861 Ренессанс. Называется аромат. Давайте нанесем. Не помню, как ко мне попал отливант. Ну, ко мне на самом деле попадает очень большое количество отливантов, потому что я очень много покупаю ароматов или меняюсь на парфумом на платформе, а там принято всегда, ну, там идет как бы такой обмен или продажа от частного лица к частному лицу, и там всегда кладутся какие-то подарочки, отливантики, и вот я думаю, что в одной из этих рассылок ко мне он пришел. Я вообще с маркой Ксерджов плохо знакома, скажу сразу. У них огромное, конечно, количество ароматов, у них очень много достойных ароматов, ну просто как-то вот так не складывается, не знакома я именно с ними. Кстати, надо это исправить, потому что там, правда, очень много всего интересного. Аромат прикольный, легкий, очень цитрусовый. Я посмотрела, конечно же, уже в пирамиду, там фигурирует Petit Grain. Petit Grain, на мой взгляд, дает такую вот немножко травно-сенно горькую составляющую, которая звучит всегда очень свежо. И, на мой взгляд, это круто. Там еще мята заявлена в пирамиде.
Я, в принципе, мяту плохо различаю в ароматах, к сожалению. Но вот зная, что она там есть, конечно, можно с уверенностью утверждать, что да. И это, в общем, такой вот летний свежак. Очень бодрый, очень качественный. На мой взгляд, унисекс, и девочкам, и мальчикам прекрасно подойдет. Мне такое не надо. Я такое не куплю, потому что у меня такого, ну, очень много. Я очень люблю такое направление свежих, ярких, цитрусово-травных ароматов. Поэтому я, наверное, не куплю. Но аромат очень достойный. И я думаю, что для поклонников марки, я уверена, что он очень долго держится. Я его особо не разнашивала. Я, честно говоря, сейчас не могу вам сказать, как он на мне долго держался и как. Но это было свежо, это было хорошо, это было весело, хорошее настроение. Абсолютно такой вот рабочий аромат, который может стать, правда, единственным на полке, или даже единственным для двоих на полке, тоже такой вариант возможен. В общем, прекрасный, легкий, радостный, стойкий, я в этом уверена, и позитивный. Но не куплю, просто потому что у меня такого добра много. Дальше, следующий аромат, ну, пусть будет Speak Easy Фрапан. Ой, боже, красота. Я недавно тоже начала знакомство с маркой. К сожалению, с маркой у нас тоже познакомиться негде. Если вы знаете, где можно в Гамбурге познакомиться с маркой Фрапан, или даже в Берлине, напишите мне, пожалуйста. Буду очень благодарна. И я знакомлюсь только вот так вот, по Атлевантам. Атлеванты я заказываю, покупаю. И пока я купила только два, это 1270 Атлевант, который я уже офлаконила. И вот этот вот Speak Easy. Аромат интересный. Аромат про кожу. Я вообще очень люблю кожаные ароматы. Я очень люблю алкогольные ароматы. Здесь слышится аромат кожи очень явно. И еще что-то, что для меня делает этот аромат похожим немножко, знаете, вот как на такую пасту для чистки обуви. Гуталин. Вот, гуталин. Что-то гуталиновое для меня здесь есть. Но не поймите меня неправильно, это звучит красиво. В пирамиде заявлен ром, которого я здесь, честно говоря, особо не слышу. Здесь заявлен лабданум. Давайте вообще посмотрим пирамиду, потому что я так голословно вам рассказываю. Ром, давана, лимета, апельсин, мята, роза герани. В базе табак, стиракс, бобы тонко, тоже какая-то роза, цистроза, не знаю, что такое, лабданум, еще какие-то цветы и мускус. Вот я слышу кожу прям... очень гуталиновую, начищенные гуталином ботинки. Вот что я здесь слышу. Но это прикольно. Это правда интересно. Я, наверное, себе не куплю, потому что мне, наверное, это... Ну, слабовато я духом, наверное, для такого аромата. Вот он интересный, правда. Может быть, он в раскрытии покажет что-то еще. Я, честно говоря, не помню. Я его наносила на кожу. Тоже пришла к выводу, что не куплю. Но... не помню я, какой он там был в раскрытии и так далее. Ну, в общем, интересно, но нет. Интересно, но не для меня. Друзья, ну и прежде чем мы перейдем к следующему аромату, как всегда, я хотела выразить вам большое спасибо за то, что вы не бросаете нас в трудной ситуации, а ситуация там с животными, с нашими всегда очень трудная. Я показываю вам сейчас фотографии и видео наших хвостов, которые находятся на нашем попечении. Еще больше информации о них вы можете получить на канале Софии Фурмановой «Не выход, но вариант». Ссылочка на канал, а также все реквизиты для помощи вы найдете в описании к этому видео. Огромное спасибо вам, ребята. Без вас ничего бы не было, без вас невозможно было бы спасти столько животных. Конечно, мы бы спасали и дальше, конечно. И София, и я, мы лично инвестируем туда огромные, я не побоюсь этого слова, огромные деньги ежемесячно. Ну, для меня, по крайней мере. И мы, конечно же, будем продолжать, независимо от того, будет ли у нас еще какая-то помощь или нет. Но когда вы помогаете, просто благодаря этому мы можем делать больше, мы можем спасать больше жизней, мы можем... оказывать больше помощи тем, кто в этом нуждается. Правда, сейчас в первую очередь, это, конечно, самые беззащитные, это животные, которые пострадали от человека. Это само по себе уже отвратительно, и мы просто хотим, чтобы этих страданий стало, может быть, немножко меньше, и чтобы, может быть, эти существа, которые абсолютно ни в чем не виноваты, никоим образом, может быть, опять обрели веру людей или получили возможность жить или доживать в некоторых случаях свой век в достойных
нормальных условиях. Спасибо вам огромное, друзья. Пожалуйста, пожалуйста, не забывайте о нас. Моя огромная-огромная благодарность всем, кто помогает. Спасибо вам огромное, ребята. И следующий аромат, о котором пойдет речь, это аромат от Дома Ксержов Тони Иоми Monkey Special. По-моему, так он называется. Мне этот аромат порекомендовали здесь в комментариях, за что вам огромное-огромное спасибо. Я очень люблю, когда вы мне рекомендуете ароматы. Я посмотрела ролик, промо-ролик к этому аромату. Вообще его историю погуглите, пожалуйста. Сейчас не буду тратить время, я чувствую, я затягиваю дико это видео. И в ролике мне показалось, что аромат будет такой достаточно темный, готический, ну вот какой-то вот такой. Все, как я люблю. Когда он мне пришел, я услышала что-то совершенно другое. Сначала мне вообще показалось, что это роза. Но потом я поняла, что это не роза. У меня не было еще нормальной возможности его разносить, потому что я сделала один пшик на блотер. Причем я вышла. Я вышла в кладовку, там, ну, вообще, чуть ли не на улицу. Пшикнула там на блотер. Потом с этим блотером я, о боже, вошла на кухню. И мой муж сказал, что это ужасно вообще, зачем я так делаю. Это нельзя, это вообще биологическое оружие. И зачем я так с ним поступаю, в общем. Поэтому у меня не было еще возможности толком разносить, но он, правда, он безумно громкий, он очень яркий. В пирамиде здесь однозначно чувствуется большое количество фруктов. Фруктов таких немножко подбродивших, как будто алкогольных. Там, по-моему, заявлен алкоголь в пирамиде. Я не могу еще сказать своего четкого мнения о нем. Единственное, что я ожидала совершенно другого. Я ожидала темной готической такой композиции. А для меня это фруктово-алкогольная, очень яркая, сладкая фруктовая. Фруктовая сладость здесь. Сладости здесь очень много. Фруктовая яркая, алкогольная, веселая, жизнерадостная композиция. Вот. То есть по настроению я ожидала чего-то абсолютно другого, совершенно другого. Но это, безусловно, интересно. Я, безусловно, от Левант сношу, потому что, правда, интересно разобраться, интересно понять. И не думаю, что я буду его покупать, потому что у меня есть такой очень мной любимый, очень яркий фруктовый аромат. Это Кассиопея Тициан Теренци. И я ношу такое очень редко, поэтому два аромата ярких фруктовых мне, ну, 100% не нужно. Но я с удовольствием сношу от Левант. Я с ним разберусь, потому что вот я его сейчас обоняю, я даже боюсь пшикать, все-таки, ну, просто Зося в комнате. Я сейчас обоняю от Левант, я все больше и больше слышу вот эту алкогольную кислинку, которая мне нравится. В общем, буду еще разнашивать, пока не говорю категорическое «нет», но пока он у меня идет все-таки вот то, что не куплю, пока, пока. Там видно будет, там посмотрим. Следующий аромат. Это аромат от дома Серж Лютан «Экрин де Фуме». Естественно, неправильно произношу. Прочитайте, новинка этого года. 2023 года. В пирамиде заявлено табак, ром и какао. Табак, ром и какао. Да, табак, да. Очень горький. Такой вот прям очень сухой, горький, растертый лист табака. И я здесь слышу шоколад. Я здесь слышу прям темный-темный шоколад. Не, наверное, все-таки не буду пшикать, это хорошо слышно. Какао, не знаю, но с какао у меня тоже сложность, я не могу вычленить, мне кажется, эту ноту, что-то там у меня происходит вообще неправильно. По поводу рома не знаю, алкогольности особо я здесь тоже не слышу, я здесь слышу табак и шоколад в основном. Это интересно, это тепло, в этом очень приятно в такие холодные дни, но, наверное, все-таки я его не куплю, потому что в этом направлении мне кажется, вот их Чергуи, который у меня есть, который один из моих любимчиков, вот он мне тоже дает это ощущение. Он, конечно же, другой немножко аромат, но вот по настроению, по ощущению, он уходит куда-то туда. Хотя, возможно, и куплю. Посмотрим. Наверное, я его тоже вот поставлю пока куда-то посередине, что я еще не решила. Если я его увижу в 50-очке по хорошей цене, возможно, куплю. Я просто их, ну не то что собираю, я собираю в Серж Лютан именно вот в таких 50-очках то, что мне нравится. Возможно, и да. Аромат, правда, он очень уютный, комфортный, обнимающий. В принципе, я бы даже сказала, что он простоват для Серж Лютанца.
Ну, возможно, стоит его еще поносить. В общем, табак с шоколадом – это интересно. И сейчас, мне кажется, самый-самый на него сезон, поэтому «Écrin de fumée», уж простите мой французский, отправляется пока тоже посерединке, еще не решила. Сношу от Левант, там решу. Следующий аромат. Ну, давайте, наверное, сделаем вот так. Мне девушка Сауле, спасибо тебе еще раз огромное, прислала из Киева 5 пробников от дома Fragrance du Bois. Очень интересные ароматы, должна я вам сказать. Я не буду сейчас рассказывать вам про все, я, возможно, их буду включать там когда-то в какие-то подборки. Сегодня хочу рассказать вам об одном, который называется Oud Orange. Oud Orange. Уже не пахнет. Сейчас я нанесу его вот сюда прямо. Ароматы все у марки очень яркие, очень стойкие. Вот этот аромат меня подкупил. Сразу скажу, да, вот от него бы я не отказалась. Они очень дорогие, поэтому, ну, пока это просто такое вот гипотетическое, да, но теоретически все возможно в нашем мире. В пирамиде заявлено ваниль, ага, кокос и фрукты на старте, в сердце ваниль и в базе тоже ваниль, мускус и ут. Ну, в общем-то, пирамида достаточно простая, но, да, я бы сказала тоже, что это аромат прежде всего ванильный. Ванильно-шоколадный, причем шоколад, я бы сказала, здесь молочный. Я думаю, что эту молочную составляющую дает кокос, потому что кокос, вот в чистом виде, я его здесь не слышу. Мне интересно, что аромат называется Oud, Oud Orange Intense он называется. Хотя не апельсина, не уда, а уд заявлен, извините, пожалуйста, уд заявлен в базе, но он здесь совершенно не явный. Если бы не название, я бы, наверное, сказала бы, что его здесь нет. То есть я особо уда здесь не слышу. Это, правда, очень гурманский, обволакивающий аромат. Такой ванили молочный. Вернее, ванили и молочного шоколада. Я бы даже сказала, скорее, что здесь какая-то табачная составляющая. Ну вот в данном случае, я думаю, так раскрывается уд. В общем, очень интересный аромат. Глубокий, гурманский, сладкий. На зиму, конечно, прекрасный. Ну, я, конечно, не буду ставить его в куплю, потому что я его на самом деле не куплю. Во-первых, из-за цены. Ну, во-вторых, из-за того, что я очень редко ношу гурманские ароматы. И мне от Леванта такого хватит за глаза. Поэтому не куплю, но аромат меня зацепил. Аромат мне очень понравился. Oud Orange Intense от дома Fragrance du Bois. Следующий аромат. Следующий аромат. Atelier des Ors. Называется «Хор ангелов». «Хор ангелов». Я не буду его пшикать, и я не буду на нем останавливаться долго. Я вообще очень интересуюсь этой маркой Atelier des Ors. Я в последнее время активно с ней знакомлюсь. К сожалению, тоже вот происходит знакомство только за счет от Левантов, либо если кто-то там из друзей парфюмерьев раздобыл флакон вот так. И очень мне нравится марка. Мне очень много всего там импонирует у них. Но вот этот аромат мне не зашел вообще, совсем. Я бы даже сказала, что это вот какой-то мой парфюмерный кошмар, и я даже побежала его смывать, представляете? Он начинается, на мой взгляд, невинно. Опять же, простите, я знаю, что у этого аромата есть поклонники, носите на здоровье, это только исключительно мое восприятие. Он для меня начался невинно такими леденцовыми цитрусовыми конфетками, но потом он выдал какую-то адскую химозину с моей кожи, по крайней мере, просто какую-то дичайшую химпром какой-то, я просто побежала его смывать. И на этом наше знакомство, в общем-то, закончилось. Поэтому не могу сказать о нем ничего больше. Конечно же, это все особенности восприятия. Конечно же, я совершенно не отрицаю, что этот аромат красивый и что он кому-то нравится. И я даже думаю, что если бы я его уловила, возможно, шлейф от кого-то, я бы уже относилась к нему по-другому. Но получилось так, как получилось. Мне очень жаль, но, к сожалению, «Хор ангелов» Atelier des Ors у меня уходит в однозначное и четкое «нет». Следующий аромат. О, следующий аромат. У меня тут стерлось название. Я знаю, какой это аромат, но название стерлось, поэтому я сейчас подсмотрю быстренько, чтобы ничего не напутать. Это аромат от дома The Different Company. Один из их последних. Вот он. Называется «Dance of the Dawn». Аромат, на мой взгляд, про пачули. Здесь в пирамиде еще указано много всего. Но для меня это прежде всего пачули. Пачули очень-очень красивые. Я, кстати, хотела включить его в подборку ароматов про пачули, но забыла. Ну, ничего страшного.
Расскажу о нем здесь. На старте, да, на старте очень много перца. В пирамиде указан и черный, и красный перец, и он здесь очень явно ощущается. Но с моей кожи он достаточно быстро уходит, и остаются такие очень природные, травные пачули, которые ни в коем случае не отдают мылом на мой нос, которые также не являются какими-то подвальными, с плесенью, вот этого ничего нет. Для меня это очень такой... Я никогда не обоняла настоящей пачули, но мне кажется, что это очень реалистичный аромат именно вот этих листьев пачули, которыми прокладывали ткани, которые везли из Индии на кораблях очень долгое количество времени во времена королевы Виктории в Англию. Мне почему-то кажется, что это именно он, именно вот такой вот аромат пачули. Здесь еще указано в пирамиде, ага, ваниль и ладан, ваниль и ладан, но ладан, да, ладан потом выходит, действительно ванили я здесь не слышу совершенно. Для меня это вот такие очень красивые, очень натуральные, естественные зеленые монопачули, вернее засушенные зеленые монопачули, вот. Красивый аромат, он от меня получает однозначное «да». Я бы его с удовольствием поставила на свою полку, если попадется по хорошей цене. И последний аромат у нас остался. Последний аромат от Дома Инитио Маск Терапи. Маск Терапи. Я надеюсь, у меня еще остались блоттеры, да. Его тоже я должна нанести, потому что я его очень давно уже не обоняла. Знаете, вот тут благодаря моей вот этой вот повязке на нее уже попало много ароматов. Я же не первое видео снимаю, как вы понимаете. И я уже просто ничего практически не могу услышать. Это очень приятный аромат. Я считаю, совершенно не в духе марки, потому что он очень нежный и тихий. Я, услышав название, вообще я к ароматам, где указано слово мускус, отношусь очень настороженно, потому что у меня очень часто с мускусами не складывается совершенно. Но не тут. Здесь это, правда, очень филигранно, очень мягко. Мускус здесь очень чистый. Мускус здесь, знаете, какой? Вот такого чистого тела и в то же время чистого постельного белья. Здесь нету ни капельки вообще, абсолютно никакой животинки, никакой, никаких натуральных ароматов. Позвольте мне так выразиться. Это аромат, правда, очень нежный, кремовый, мягкий, приятный. Я могу представить им оросить, правда, вот постельное белье или себя после душа. Ну, вот какой-то он такой, очень мягкий и приятный. Конечно же, нужно разнашивать на коже. Мне кажется, я его на коже еще не разнашивала. Поэтому это сейчас вот такие вот впечатления. Но его я бы на коже поносила. Я флакон не куплю однозначно, несмотря на то, что он мне понравился, не куплю, потому что у меня есть уже мои любимые мускусные ароматы. И у меня их достаточно. И вообще с нотой мускуса я не очень сильно дружу. Но здесь он приятный. Носить я бы, ну вернее, флакон я не буду покупать, но от Левант сношу. Почему бы и да? Но не более того. Друзья, о, отцепился. Отцепился. Друзья, спасибо вам огромное за внимание. Это были все мои ароматы на сегодняшний день. Рубрика «Куплю, не куплю». Да, давайте подведем, наверное, итог. Из 11 ароматов у меня 2 однозначных «да». Это пачули от The Different Company и потрясающая гвоздика, конечно, Aedes 90 с естественной снятостью, кто бы сомневался. 2 на «подумать». Это Comme des Garçons Florentals и Écrin de Fumée Serge Lutens. И получается 7 ароматов, которые я не куплю, хотя много из них ароматов достойны, достаточно и достойных внимания. Друзья, спасибо огромное вам за внимание. Давайте общаться в комментариях, пишите, пожалуйста, что вы думаете об этих ароматах, а может, вы мне порекомендуете аромат, который мне обязательно необходимо купить. Я буду очень-очень благодарна вам за рекомендации и за общение. Я вас обнимаю, друзья мои. Где бы вы ни находились, я желаю вам душевного спокойствия. Я желаю вам сил и, пожалуйста, берегите, берегите себя. Я не устану повторять одно и то же в каждом моем видео. Пожалуйста, берегите себя, берегите ваше душевное и физическое здоровье. Ставьте, пожалуйста, себя сейчас особенно на первое место. Это очень-очень важно, потому что если мы в разобранном состоянии, мы не можем ничего делать, мы не можем никому помогать. А помощи сейчас нужно, увы, в разы больше, чем в мирное время. Спасибо вам огромное, друзья мои. Я вас всех обнимаю, я вас всех люблю. И до новых встреч. Пока-пока. Yeah.